аромату – процес довгий і дуже тривалий. Але до нашої студії прийшов парфюмер, якому вдається це зробити набагато швидше. Це Олександр Перевертайло з новим своїм ароматом. І я вас вітаю, що ви змогли зробити, створити щось нове. І кожного разу у вас з'являється такий аромат, якого ще досі не було ніде. І він не схожий ні на який інший. Я вже хочу понюхати і уявити собі, який же цей. Тому що такі назви у вас були дуже цікаві, особливі, українські. Сьогодні ви розкажете про той, який вам вдалося зробити. Тож, вітаю вас. І що ж ви на сьогоднішній день можете сказати з приводу ось того нового і такого аромату, який вам хотілося створити? Здравствуйте. Спасибо, що позвали традиційно. Я в морози, так, в зимні. Так. Да. Ну, как бы сказать, что ни на что не похоже и никогда такого не было, это, в принципе, как бы, ну, так немножко преувеличение, потому что ароматы, конечно, используются разные душистые вещества, и что-то выходит новое на рынок, но кардинально менять ландшафт парфюмерии у меня задачи не стоит, поэтому я как бы придерживаюсь таких. А як же тоді ті аромати, які мені вдалося вже понюхати? Наприклад, трава, свіже скошена. Ага, таких ароматів не було ще досі. Ну, тобто, ну, були как, схожі, да, можливо, конечно, але да, не, ну, такі, прям один в один, конечно, я не повторяю з чем-то, но, то есть, какие-то жанровые ходы, они присутствуют, и если сделать что-то прям совсем особенное и ни на что не похожее, то человеку свойственно все что-то революционное, новое и необычное, незнакомое для себя принимать слегка в штыки, с недоверием, с каким-то. А, тобто ви боїтеся, що не прийму? Ну, я как бы не то, чтобы не боюсь, но повторюсь, что какой-то революции в этом поле совершать не собираюсь. Ага. То есть ароматы в первую очередь должны пахнуть приятно. То есть они могут быть не совсем традиционными, могут выходить за какие-то свои рамки, но в принципе, как есть термин такой в парфюмерной среде, горелые помойки, то есть... То вы такого не хочете робити. Але запах шкіри у вас вже був присутній. Конечно, конечно. Ну просто направление кожаных ароматов, оно в тренде уже больше 100 лет, поэтому, опять же, то есть здесь ничего супернового нет, просто как бы обыгрываем тему с разных сторон, привлекаем разные компоненты, новые, старые, в разных сочетаниях, и поэтому получаем что-то новое. Так, ну ничего, це, знаете, мне кажется, что это тоже классный хит, потому что мы привыкли, звичайно, нас оточуют разные запахи. И конечно, есть те запахи, которые нам подобаются, те, которые, возможно, мы посередньо ставимось до них, и те, от которых хочется відштовхнути их совсем, так? На які не хочеться звертати взагалі уваги. І, звичайно ж, ми хочемо і пахнути так, щоб нам подобалось, і щоб іншим людям теж прийшлось до смаку. Тому, звичайно, що такі аромати будуть, мабуть, більш запитаними. Звісно. Ну і, опять же, парфюмерія по своїй суті – це удовольствие, на самом деле, достатньо егоїстичне, і рассчитывать на то, що душиться для кого-то – це, ну, такое себе, такая себе затея. Ну, то есть, в первую очередь, смаків, да, нужно надушиться так, чтобы нравиться себе, чтобы вам этот аромат нравился, и потом как бы все получится в плане того, что, то есть, у вас будет и улыбка, если он вам нравится, и вы себе, допустим, там и более прямую спину сделаете. Ну, как бы, ну, вариантов много, но, опять же, это так же самое, как в одежде. Если вам, вот вы надели какую-то блузу там, или брюки, или еще что-то, и вам как-то некомфортно, и, в принципе, даже людям заметно, что вы идете, и как не в своей тарелке находитесь. Вот, поэтому также в парфюмерии то же самое. Угу. Треба, звичайно, все нюхати. А які, конечно, складові входять до ваших ароматів переважно? От від яких відштовхуєтесь основ? Ну, дуже складно сказати, тому що аромат лично я делаю, то есть это все появляется в голове в первую очередь, то есть ты как-то компонуешь, но у тебя есть уже библиотека ароматов, которые находятся в голове, ты знаешь, что чем как пахнет и как в каких плюс-минус пропорциях это сочетать, вот, и отталкиваюсь от идеи, и уже
отталкиваясь от этой идеи, начинается процесс вот, собственно, построения формулы, потом скапывания компонентов. Поэтому сказать, вот, что прям вот я чего-то исхожу из сырья, здесь у меня нет такого. То есть я, в принципе, все подгоняю под идею, пробую. Но использую и натуральные ингредиенты, угу. и синтетические, естественно. А их можно смешивать? Конечно, синтетичные с натуральными, конечно, так? Конечно, да. Ага. Вся современная парфюмерия – это смесь синтетики и натуральных ароматических компонентов. А як вони впливають на нас, на нашу свідомість, на підсвідомість, наприклад? Ну, это больше все-таки, наверное, к ароматерапии. То есть, естественно, есть какие-то закономерности, есть люди, которые занимаются этими, они, ну, не то чтобы понимают, а то есть, вот, да, что там лаванда, ну, пусть бодрит, да, там аромат цитрусовых, он тоже придает бодрости, там что-то расслабляет, что-то нас держит в тонусе. Но как бы именно задача парфюмерии как таковой, то есть она вот лежит отдельно от поля ароматерапии. Але може бути такий аромат, який буде позитивно впливати на Конечно. Вас. І, звичайно, він буде слугувати і теж Конечно, як да. ароматерапії да. можна користуватися і духами, так? Да. Можливо, да. чи запахами будь-якими. Да. Просто любая парфюмерная композиция – это достаточно многосоставная композиция. То есть, ну, минимум, я знаю, что парфюмеры работают, допустим, там, исходя из 5-6 компонентов, уже, в принципе, выстроив правильный баланс, подобрав интересные ингредиенты, можно сделать хорошую парфюмерную композицию. Ну и до бесконечности, ну, то есть, чем больше мы увеличиваем количество компонентов, тем больше, то есть, нужно искать вот этот баланс, то есть, нужно вводить какие-то mm-hmm. новые компоненты, чтобы скрывать какие-то огрехи там с образовавшихся связей как до этого. Все это. Ну, такой конструктор, да, крутишь, вертишь, как кубик Рубика со всех сторон. А вы потрошки-потрошки додаєте, ну, а потом конечно, знаходите конечно. Той ідеальний аромат, конечно, який хотіли створити з самого початку. Да, виходить ну, так, да. Якщо ми зараз подивимось на те, що вам вдалося відтворити, то ось така пляшечка, така упаковочка. Ось так це виглядає. Я просто швидше... В упаковочці і в флакончики заслуги мої нет, тому що, собственно, ну, то есть это, стандартно. Ну, как бы не Але... то, чтобы стандарт, а упаковка, как бы дизайн сделан таким, каким я его хотел видеть. Ну, флакон я нашел и закупил такой, как мне понравился. Як вам ну, захотілося. Собственно, а да. А теперь можно понюхать. А теперь, ну, да, я конечно, думаю, можно вам, понюхать. Даємо таку можливість, бо це ваш витвір, витвір вашого мистецтва. Це правильно так робиться. Чоловічий аромат, правильно? Ну, Чи как ні? бы я все время... Настаиваю на том, что все ароматы, которые я делаю, они мультигендерные, то есть как бы их может носить и парень, и девушка, и мужчина, и женщина. То есть, тут нравится или не нравится. То есть вообще, в принципе, все ароматы, они по своей части, они больше мультигендерные, потому что даже если какой-то ультраженственный аромат нанести на какого-то супербрутального молодого человека, то ну, минимум людей вообще, в принципе, ну, как бы обратит внимание, сделает и обострит, что это прям вот ты что, надушился женскими духами. То есть, во-первых, достаточно небольшое количество людей вот как бы погружено в тему. То есть многих интересует, чтобы просто приятно пахло. Единственное, что может случиться, это там девушка или какой-то парень знакомый, который встретит этого мужчину на улице там, или где-то они пересекутся вместе, узнает аромат девушка там свой или своей подруги, а парень узнает аромат своей девушки и скажет, ну, типа, ну что. А йому в ответ, да ну нравится мені, і все. Ну, ви знаєте, справді така тема з приводу того, що в когось вже цей аромат є, і півміста ходить саме з цим запахом, то це взагалі, мабуть, не дуже. Але ж є такі бренди. Ну, це хіти, звісно, ми від цього нікуди не дінемося. Це так же саме, як в одежді або в обуві, ну, в чому угодно. Тобто, модно в якийсь момент стало їсти піцу, чизкейк, обуватися в аглішуз, да, эти огромные кроссовки, там, или сегодня модные брюки клёш, завтра там еще что-то, поэтому, ну, от этого мы никуда не денемся. Але ж аромат у вас
індивідуальний, я так скажу. Він не схожий. Ну, я не знаю, може, справді, в мене такої бібліотеки немає в голові, як у вас, але ж цей аромат насправді так довго розкривається. Спочатку була кислинка, зараз вже відчуваються такі більш терпкі складові цього аромату. Я не знаю, що буде згодом за декілька хвилин, але ж він розкривається дуже-дуже поступово. І він дуже тендітний з одного боку, а з іншого присутня така чоловіча терпкість. Тобто трошки є і того, насправді. Ну, як-то да, ви так от описали картинку, в принципі, об'ємно і правильно. Шестой аромат марки, я його довго рішив не думати над названням, назвав його в честь, собственно, марки, я его назвал «Партизан». Ага, вот, ничего себе, да, какая и назва. И посвятил, в принципе, горожанам, которые живут в какой-то степени, может быть, вынужденно, может быть, и не вынужденно в городе, но при этом душа и сердце их отданы природе. Аромат зеленый, с древесным аккордом и с разработанным мной аккордом высокооктанового топлива. То есть вот если вы внюхаетесь... Ничего себе! Если вы внюхаетесь, ви услышите немножечко такой вот как вот такой слегка как бензиновость легкая. А ви його самі розробили цей аромат? Так, сочетание. А кажете, ви не використовуєте таких ароматів, яких ніде немає. Ну, опять же, ну, да, пусть будет так. И соединение вот именно вот этой природной зелени, немножечко влажности, подлеска, древесины с вот этими высокотехнологичными ароматами, то есть вот сочетание города и трошки бензину, але основа природа. Да, да. Супер, просто неймовірний аромат. Мені дуже подобається. Я зараз от нюхаю і розумію, скільки там в ньому ноток, як він так швидко починає розкриватися спочатку, а потім нові нотки з'являються. І дуже жалко, що не можна це передати далі студії. Я сподіваюся, що колись ми дійдемо до тих технологій, коли наші глядачі зможуть теж відчути цей аромат. Просто неймовірно. І бензин, ну, такого ще не було. А чому саме? Ну, как бы не совсем бензин, а такое вот как бы больше высокооктановое топливо для гоночных автомобілей. То есть там как бы там смеси, они не совсем бензин, а трохи рейс фуел такое, да. Такий повинен бути драйв, так, як чому ще захочеться повторити цей аромат? Тому що він нагадує про щось, нагадує про гонки, нагадує про швидкий темп. Можливо, людині, яка мріє жити на природі. Да. Ну, це просто супер. Якщо ми отакі вже основи беремо для того, щоб створювати цей аромат, от ви кажете, в голові оце все картинка ота була вже присутньою, ну, так? Ну, плюс-мінус, да. А що повинно залишитись? Який запах повинен бути остаточним? Я как бы не совсем понял вопрос. Вы имеете в виду, то есть вот аромат... На вас. От він розходиться, він починає розкриватися, а залишається, залишок. А базовые ноты, так называемые. Ну, то есть, вот вы упомянули раскрытие. Я делаю ароматы в основном по французским парфюмерным канонам, это ароматы с так называемым пирамидальным раскрытием. То есть в них есть начальные ноты, средние ноты и конечные ноты, которые ноты базы. То есть здесь, опять же, технические такие моменты, что почему получается вот такая так называемая пирамидальная структура, то есть слоистость аромата, потому что у компонентов неравное время испарения. То есть самые летучие компоненты, цитрусовые, некоторые цветочные, травные, они испаряются в первую очередь, то есть мы имеем топ аромата, верхушку. Потом вступает сердце аромата, то есть компоненты, у которых более долгое раскрытие, которые должны прогреться теплом тела и показать себя немножко позже. И базовые ноты, то есть они еще имеют название закрепители. То есть это самые тяжелые компоненты, которые испаряются дольше всего. И в основном это... Ну, от палива залишается. Кожаное, ну, оно уйдет. Это, оно в сердце, да, находится. То есть останется кожа, останется древесина, останется мускусы, то есть вот компоненты, которые испаряются дольше всего. Но опять же, то есть изначально мы в принципе слышим
всю структуру аромата. То есть вот нанося на блотер, мы понимаем, как бы, как он звучит, но в каких-то нюансах они все-таки начинают он постепенно раскрываться. И, конечно, вот духи, которые открывают себя 12 часов, 14 часов, то, в принципе, как бы базовые ноты, они как бы раскрывают себя в полную силу, они с самого начала, конечно, их не разнюхаешь. Угу. Вот в полной мере. Чем а и... скільки цей аромат раскрывается? На коже по-разному это зависит от и тепла кожи, от ее химического состава, то есть там пот, выделение, как бы это все очень индивидуально, поэтому то есть на сухих кожах слетает быстрее, на жирных кожах или покрытых кремом кожи, mm-hmm. кожах держится дольше. Но в принципе все практически ароматы в нейтральной среде, допустим, на тканевом кусочке, они выдерживают до 24 часов. То есть это стандарт, mm-hmm. но при этом, как бы, опять же, современные ароматы иногда на блотерах и на этих тканевых полосочках могут пахнуть неделями, потому что многие синтетические компоненты, у них время звучания там и 600 часов, и 800 часов есть. То есть, ну, как бы, химия не стоит на месте. Ви знаєте, так, вже все, паливо пішло і залишився той базовий аромат, який ми можемо відчути. Ну, как бы не совсем, но вот постепенно, то есть это все друг с другом взаимодействуют, оно переплетается, что-то уходит, что-то приходит, ну, как бы раскрываться он еще будет. Но, естественно, конечно, база, она по времени звучания, она идет дольше всего. Ну і наостанок хочеться почути від вас рекомендації для людей, які хочуть щось отримати особливе в своєму житті. Як це зробити, ну якщо можна швидко пояснити людям, як для себе особисто обрати той аромат, який омріяний буде ваш. Ви просто так сразу сказали, зробити щось, ну не то, щоб зробити, а отримати якісь емоції. Пригну з парашутом. Я не знаю, погрузитися на дно океану. Ну не на дно, ну так нырнуть, хорошо. Ну, аромат – це завжди емоція, і, в принципі, отримати щось особливе для себе. Ну, не покупати хіти розкручені. Хоча, опять же, якщо вони вам подобаються, то чому ні? Тобто ви будете отримати від цього удовольствие, ну яка різниця, що пахне там... А соседка или коллежанка ваша, ну, это вообще не проблема. То есть, ну, пожалуйста, это эгоистичное удовольствие такое. А если хотите чего-то более редкого, то есть, в принципе, обратите внимание на какие-то нишевые ароматы, на магазины некрупных сетей, то есть вот небольшие магазинчики, которые торгуют интересной подборкой. Это даже в сетях, даже тот же, допустим, Жан или Ароматека, у них очень хорошая селекция ароматов, и среди каких-то вот хитовых позиций можно выбрать для себя что-то такое, которое будет очень такое камерное, очень созвучное вам и достаточно редкое. Так, я ось ще хочу ще раз вас привітати. Насправді, настільки приємно, що є у нас в Україні, в нашому місті, є люди, які вміють, які можуть створити такі аромати і запахи. Ви, звичайно, дуже скромна людина і не завжди говорите, що ну от я це створив, я це зробив. Я зробив, так. Пишатись треба тим, що справді, що ви винайшли той аромат, додали тієї нотки, якої раніше не було. Це велика перемога, тому я вам бажаю успіх. І нехай далі та справа повторюється, буде іще кращою для вас. Ну і, звичайно, будемо чекати вас у нашій студії з новими Спасибо. Ароматами. Спасибо Ми зустрінемось большое. З вами за декілька хвилин.